Даже если бы самолет бы сейчас 40 тонн воды бы сбросил, да? Надо ты! Не, будем бить по этой наглой. Лысой морде. Да. У меня второе лишение, меня посадят, ёпта. Да? Опять? Ну у меня, не, кого? Здрасте. Ты уже выключил или еще нет? Нет, еще. А то кабан увидит. Да никто там не увидит. Ну ты гонишь. Надо ложишь тут. Случайно передаю привет. Да. Мама. Мама. Все, расслабились. Она работает. Она косулю признала машинам. Мимо машин пошла косуля. Все, идем. Идем, говорю, да? Так куда? Куда идти? Так. А, альбинос! Так, заснять. Один я один есть. А где 30 кабанов? Они наверх. А это отбили сюда. О, ну вот еще один. Да нихуя не будет. Или снимайся, хуё. А то сейчас отдем и зацепить его нахуй. Или мешком. И заебись будет, блин. Вот это не сегодня, ёпта. Прошлогодний, нашел. Какая разница, ну там. Ну сейчас попробуй. Во, а что ты на пистаж его зацепи, да бежит, подержи. Так, конечно. Ты ебан, он сегодня стреёт, сука, а? Давай, я не иду, мазка. Куда я пойду? Какие-то она, тебя сбили. Два стоял по лесу, пиздец. Давай, да. А, ты думаешь за одну, да? За одну будет удобнее, Рома, с него так. Это ногу собаки порвали, да? Я разделывал эту тушу. Стоим, смотрим, мужики вот так смотрят. Мы повернулись, он вышел, встал на дорогу.
посмотрел, развернулся тихенько, так чик-чик-чик-чик-чик. Ну здорово, 80-90, не знаю, ну раза 3-8. Что такое было? Бали кабана. Да ладно. Да я тебе говорю, вот стоим, разделываем кабана. Он отсюда вышел, стал на дороге, постоял, развернулся, пошел. Хороший? Ну 80, мужики, это 80 килограмм.